Они выбрали оживленный район Эс-Захра. Они припарковали на перекрестке два заминированных автомобиля. По плану устройства должны были сработать с некоторым интервалом по времени. Но вслед за первым взрывом неожиданно прогремел и второй. Невдалеке там стоянка маршрутов. Этот транспорт популярен у студентов местного университета. Стоянка в ходу и госслужащих. Экстремисты уже не первый раз выбирают этот район Хомса для теракта. В конце прошлого года жизни более 20 человек унес почти такой же взрыв, двойной. И мы знаем, что их организует целая сеть террористов. Именно поэтому их так сложно задержать. Итак, мы возвращаемся к главной теме дня. Взрывы в Дамаске. Сейчас на месте трагедии работает наш корреспондент Семен Пегов. Вы видели не только что его репортаж о том, где содержат террористов. Вот теперь он на месте трагедии. Мы видим Семена. Семен, я тебя приветствую. Скажи, пожалуйста, что происходит сейчас на месте? Все еще ликвидируются последствия теракта? То есть мы можем ожидать, что количество пострадавших будет расти?